Вновь спустя 3 года в онлайн-режиме открылась одна из самых популярных выставок в области туризма ITB Берлин. Наладить контакты и подписать контракты на ее полях стремятся ведущие компании. Национальный стенд Узбекистана, как обычно, притягивал к себе неповторимыми орнаментами и потенциалом отрасли. Из столицы Германии наш корреспондент. Очень шикарная страна. Я люблю Узбекистан. ITB Берлин – крупнейшее в своем роде событие в туристической отрасли и уникальная возможность заглянуть за завесу мировой индустрии. Около 5500 экспонентов из более чем 160 стран мира и большее количество участников с Ближнего Востока. А также Конгресс мирового масштаба позиционирует ITB Messe Берлин в качестве ведущей платформы B2B для глобального туризма. Узбекистан также участвует в павильоне Азиатского континента со своим национальным стендом. Пространство для выхода на новые рынки и развития отношений. С этим же связан и лейтмотив выставки «Открыто для перемен». Происходит много изменений. Страна открывается. Мы почувствовали это, когда поехали в Узбекистан. Мы сотрудничаем с Узбекистаном в сфере туризма уже 3 года. Узбекистан обладает большим потенциалом для создания устойчивого туризма. Мы видели это своими глазами. Новые проекты можно реализовывать даже в самых отдаленных районах. Я был в Узбекистане несколько раз за эти годы. Я стал свидетелем многих положительных изменений. Это касается туризма и инвестиций. Думаю, сейчас самое время рассказать о стране. Мы провели переговоры с Министерством культуры и туризма. Например, я был в гостиницах в Ташкенте и Самарканде. Железнодорожная инфраструктура очень хорошая. В настоящее время CNN создает новую платформу в цифровом пространстве. И мы намерены распространить все туристические достопримечательности Узбекистана для иностранных туристов. Студенческие путешествия и ответственный туризм. На эту тему проводился конкурс социальных проектов в рамках ежегодной конференции. Народное жюри, посетившее места поданных заявок, сочло достойным проект туристической деревни Нурата Узбекистана. А победители были награждены премией в размере 5000 евро и подарками. И нам очень приятно, когда наш братский народ Узбекистан совместно начали рекламировать наши совместные туры. Это дает очень такой большой импульс об открытии единого туристического маршрута. Недавно состоялся визит уважаемого президента Шавката Мирамановича в Кыргызстан. Были рассмотрены несколько проектов, совместных проектов, именно по развитию туризма. То есть это опыт строительства горнолыжных баз, также строительство много отелей, курортов в регионах. И в этом плане мы хорошо, очень в тесном плане обсудили. Мы надеемся, что мы совместными усилиями будем продвигать и улучшать туризм. В выставке принимают участие отечественные турфирмы с различным спектром предложений. Сегодня Узбекистан укрепляет дружбу между народами, расширяя торгово-экономические, общественно-политические и культурно-гуманитарные контакты в сферах. И в этом перечне роль туризма имеет важное значение.